Всем привет. Играем. Не фарс без доната. Так, турнирчик для трех звезд. 5-й день. Со вчерашнего дня меня немного скинули. Стоп 1 на топ 5, но позиция. 1201. То есть практически на грани к топ-1. Нам достаточно несколько героев затащить в одной битве, и мы вернемся, конечно. Нужно понадежней и поуверенней влезть в топ-1 на всякий случай. Так. Ну что ж. Давайте первый бой, не будем тянуть. Опять нас с Ганнибалом связывают. А вот красные. Пойдем красными и зелеными. Да. Тут я, наверное, вместо Сельсерби возьму. Долго думал, да. Кролик мне нравится. Но кролик очень низкая броня, и он себе еще ее понижает дальше. Третьим. Ну, фуму брать не буду. Баферов таких нет. Ладно, возьму. Как? У него уже подглядел. Эдуарда. Посмотрим, что из этого получится. Ну, не знаю, видимо, у меня 4 попытки, 4 поражения. Мне достаточно из 4 выиграть один бой. И вообще, в принципе, так, отлично. Вообще, в принципе, тут сразу собрали кристалл. Ну, потихонечку будем кидать. Собирать, сколько здесь. Вот тут, может, зарядик-то будет у меня. Да. Будет обидно, если не заряжусь. Да, заряжаются мои друзья. Что здесь делаем? Да, здесь сначала бароном проходимся, чтобы он там Эусу. Он всем понимает. Так. Вопрос в том, пробьем или не пробьем. Ага. Ну, давайте. Я думаю, пробьем бы. БК. Хочу забить БК. Чтобы он никого не лекарил. Не получается, смотри-ка. Угу. Ну что ж, правильно я сделал или нет? Сейчас проверим. Да. Отлично. Так, так. Здесь вот собирается кое-что. Ай. Сильная комба залетела. Лечимся. Как можно быстрее. Так, тут опять же. Мне не нравится вот это вот. Видите, сколько я себе атаку поднял. И это вот должно быть очень сильное. Так. Что у них там ничего нету. И бафов у него нет. Я думаю, кого лучше. Единорога. Но единорога я не запилю. Ну. Да, давайте в это. Здесь с двух ударов должен. С двух камней. Забирать. Теперь аккуратненько прокидываем, ищем камни. Ага, вот 4-3 зеленых. Вот мне медведи моего порезали. Но зато мы тут подквакостили немножко. И ну просто ищем камни. Стараемся никого. Хотя с другой стороны. Смотрите-ка, они сейчас мультанут. Кого нам первого-то надо? Так, да, наверное, вот тебя.
Отлично. Очень хорошо. Поляну скинул как раз-таки в героев, которые с полной маной. Ну вот, Ганнибал. Его выбили, кстати, 101. На турнирчике. И, в принципе, я его еще раз... Ну, где-то повезло, но все-таки следующего соперника позиция в турнире. Ну, Dark Lord, он достаточно... Или на четверках он был в топе. Или здесь, но тут опять же две синих. У него два синих героя, поэтому зеленых надо оставлять. И отряды на всякий, ради интереса посмотрим. Что-то иногда игра долго подгружает информацию. Ну да, вот видите, от центрального. Еще на защиту отряд двоечка и сам по себе, так что тут нужно обязательно три. В общем, синий брать не будем, на него красный пойдем. Три красных надо нам пробить. Ох, опять подсыпают. И как бы поудачнее в него закинуть, если я... Вот здесь я закину, например. Давай-ка 6 камней в него забахаем. 6 камней точно. Слишком много камней дали. Думаю, что теперь как их рационально распределить. Ну, 6 камней я вижу в него. Остальные пока оставим. Так. Ну вот. Центр пробиваем. Достаточно. Ай-яй-яй. Конвертина слишком мощно пролетела. Так, больше у нас никто не бафает. Всех замедляем. Так. И силу кому-то будем срезать. Ну тут как-то. Да, тебя добиваем. Силу срежем лошади. Ну, единорогу, в смысле. Отхилимся. Небесный бык нам дает отхил, так сказать, вперед. На будущее. Овер ХП. Да, тут очень заходит все камни. Давай Перри замажем, чтобы у них была низкая атака. Ну это уже так, на самом деле тут сразу понятно, что бой второй заношу. Бэх. Все равно давай Перри. Тяжелее. Камней навалило сразу. Ищем третьего соперника. Позиция в турнире 5000. Ну, я в центре поставил. Вот это тут с краю нам будет мешать. Надо с ним аккуратней. Туда не прокидывать много. Так. Ну, в принципе... Ладно, зеленый мне все равно нравится. Два зеленых против зеленых и красных. Такой расклад. У него вообще два лекаря. Должен получиться проходной бой. Ну, посмотрим, что тут по камню нам дадут. Ну, давай троечки собирать. Ну, в смысле. Да, с этой стороны. Потихоньку набираем ману,
А там дальше как... О, компятинка пошла. Не пробили. Что-то я не видел, отсколько. Он по двоим должен быть. Итак. Кому мы заносим? Ну, тут уже два героя. Туда-сюда. Бесполезно, конечно, но я этого Джобса немножко опасаюсь. Замедляем всех. Но Джобса сразу выносим. Да? Так он. Джобс. И добьем лекаря. Да. Себя отхиливаем. Выжила. Пусть себя хилит. Если сможет. Так, третий бой. Ну, как бы... Не такой сильный соперник. Все-таки, мне кажется. И, ну, поляна опять неплохая. Была. Туда-сюда приехали ко мне. И всех набрал. Прямым уроном, может, камнями его забьем. Отлично. Да, вот такая вот, пока что такая пачка мне нравится на прохождение. К сражению. Ищем позиции в турнире 1800. Тоже не стал кристалла, видимо, добавлять. Но топ-1. А все потому, что я занял... Ну, вероятно. Но я занял 2 недели назад тоже в тройках топ-1. А дали награду, как за топ-5. По эмблемкам 50, а не 100. Ладно, я пока тут заговариваюсь. Вот он из 4-го сезона берет 3 героев. И их все равно проходить красными и зелеными. Основной упор. Видишь, он 4-х. Неплохо, тут будут камни у меня на поле вырисовываться, но я не вижу, если честно, смысла в такой пачке. Причем на таком специфическом турнире у него особенно баф, да нет никаких. Ладно, идем. Камень дадут, все будет хорошо. Камень дали, нет, немножко не туда. Ну, вот здесь вот давайте. Как-то... Да, он стоит в центре, ничего так. Ну, куда будем? Сюда дадим. Да, придется его занимать. Его. Вот, пока мы бить по центральному. Пробивать. Сейчас вот жлобом поиграем в кошки-мышки. Причем не факт, что в мою пользу. Противный, конечно, герой. А, тут еще сельсерви и камня нет больше. Вот так вот интересно. Давай пока сюда скинем. Попробуем. Угу. Отлично. Успели до ульты. Их затормозить. Так, кто самый противный? Сельсерви очень непредсказуемая. Давай ставим. Ну и сюда. Теперь попробуем по камню им еще добавить. Да. Все. Здесь, в принципе, вопрос решен. Так вот, нужно было аккуратно их обойти всех. Понакидать. Ну что, сразу кидаем в них в русалку. О, тут добавка. Так, ну вот так вот. В принципе, неплохо. Неплохо тоже бы. Далее, сколько тапков последний?
ни одного поражения. Вот. Отлично, опять дали заливчик. И опять же мы пойдем этой пачкой против зеленых. И идем красными и зелеными. Против желтых. Посмотрим. Я ее два раза побеждал на этом туре, именно на этом турнире, именно эту пачку. Но не спорю, там камень подвозили получше, чем сейчас. Да, он топ-9 все-таки. Да, причем очень уверенно там держится. Опа. Какая стратегия здесь? Да, просто у него скидывать все. Все добро, которое дает, скидывать на него, стараться. Да, тут чуть-чуть не дошло. Ну, что не поделаешь. Не, мы ищем камень. Нам, конечно, зеленых хотел будет чуть-чуть мало. А, вот красный пришел. Еще зеленый. Так. Ну, очень много сейчас будет у него этих. Да, надо центр пробить. Бахнуть. Получится? Должно. Ну, минимум. Теперь надо БК. Ну и красных-то у меня. Особенно. Красных у меня. Красные не заряжаются. И сейчас начнет бык там шмалять. Всех подхиливать. Да? В кого лучше? В БК. Пусть хилит. Перри. Перри мне там особенно. Мне я Перри не понимаю на этом турнире. Не знаю зачем. Ее ставят. Так. Сейчас еще Вак ударит. Вак, который. Ну давай. Сильно. Ну вот он туда ударил. БК. Всех тормозим, в смысле. Да, ну БК особенно. Эос Перри. Перри как зарядит. А я не успею зарядиться. Скорее всего. И, ох ты. Ну что это такое? Да, неудачный последний мой. Скорее всего, тут я меньше не... Я тут заливаю потихоньку. Не зашло немножко. Ну все, БК. БК моего. Это уже без шансов. Вот так вот. Третий раз тоже залива не удалось одолеть. Но так-то... Давайте проверим таблицу лидеров. Моя позиция 302. Сильно меня не поправит. На 300-м месте останусь. Что ж, и как бонус к этому видео хотел бы призвать один раз. Мне сегодня с бесплатного призыва выпала тройка. Причем за неделю. Это была вторая тройка за серые жетоны. Ну, в смысле, вот с этого портала. Поэтому вот я слил еще жетонов и зайдем на один призыв. Ну, Дулахана не хочу. Фрэнки есть. Выпал. Ну, Джек Клинок. Очень хороший. Падает. Синяя. Цена Микота. Ну ладно. Пойдет. На Микота. Забираю. Четверки тоже хорошо. Это вообще. В игре без доната. Не фарс. Главное это прокачать четверки на 4 эволюции, тогда будет более-менее. Ну, то есть такая цель, собрать много четверок
У меня лично. Ну, я так понимаю, это самое логичное. И все стандартные, которые есть, четверки, самые хорошие, отобрать, топовые. Прокачать их на 4 эволюции. Но к этому стремимся. А пятерки уже как получится, как повезет. Мне один раз повезло. Ну, в общем, поймал Исадору случайно. Отдали мне. А так... Ладно, всем спасибо, кто смотрит турниры. Так, для бездоната турниры за тройки. Это самая интересная часть игры. Вот, не надо париться. И играешь топами наравне. И всем возможно прокачать. Герои есть у всех, тройки падают всем. Больше или меньше, но любые тройки вообще практически можно поймать, если регулярно призывать. Ладно, всем спасибо. Всем удачи. Пока.